Так, привет. Че я вернулся-то? Осенью ходить в лес лучше всего в яркой одежде. А в такой вот этой одежде опасно. Местные, а скорее всего городские охотники, сослепу могут не разобрать, меня принять какого-нибудь за этого барсука, хорька или бурого медведя. Еще, да. Соблюдайте технику безопасности, короче. Так, а сейчас пойдет разговор о том, как заработать деньги в деревне. Как местные жители Сибири зарабатывают деньги на дикоросах. Есть огромное количество способов, а я покажу свой способ. Так, что нужно взять с собой? Так, меня уже заметят. Так, на всякий случай нужно взять с собой это самое. Оп. Ну, может пригодится. Все-таки же дикий лес здесь. А я возьму с собой что? Я возьму пакет целлофановый. Он не нужен будет. Так, возьму пакет. Дикоросы-то надо куда-то класть. Возьму с собой топор. Топор. Дикоросы-то надо будет еще срубить. Я вам... Так, где? И закрыть машину. Так. Ключ где? Здесь, здесь. Вот здесь у меня ключ от машины. Вообще, для меня вот это дело, которым я сейчас буду заниматься, это не напрямую зарабатывание денег. Ага, закрылось. Потому что не напрямую зарабатывание денег, а косвенное. Косвенное. Ну, в общем, кто бы что ни говорил, но зарабатывание денег не заключается в том, чтобы напрямую получить деньги. А деньги зарабатываются на чем? На своем здоровье, на экономии времени. Я знаю, что далеко не каждый сможет из городских жителей, да и из деревенских жителей, выбрать свободное время, выехать, в моем случае, отъехать не менее 100 километров от города и походить, попытаться найти дикорос. Какой дикорос? Я буду заниматься поиском гриба тяги. Но я сразу же объясню, что такое гриб тяга. Вкратце, для чего он применяется. Ну, можете меня даже это, не обращать на меня внимания, а просто посмотрите, что такое гриб. А я покажу, как он вживую, покажу, как у нас в Западной Сибири он выглядит. Нашел гриб, нашел. Но это не чага. Это тоже лечебный гриб, но такой мне не нужен. Это трутовик. Кстати, тут нужно знать, какой трутовик. Какие-то используются, какие-то нет. Я в этих грибах не разбираюсь. В чаге да, а в этом нет. Видит. Попадется, срублю, уже даже вижу. Нет, ну это издалека, тут вообще не очень-то понятно. Ну, короче, нужно найти такое место, где влажный лес, не молодой, уже такой вот, которому лет 60-70, и заболоченная местность должна быть неподалеку. Для чего он нужен, этот гриб? Для того, чтобы зиму, трудную, тяжелую, лютую сибирскую зиму поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии. То есть, а если бы заболели, этот гриб заваривается в виде чая и пьется. А лучше его, конечно, пить регулярно. Ну, а мне регулярно. Я про себя скажу так. Мне этот гриб уже не поможет. Уже поздно пить. А вот если у вас здоровье позволяет, либо покупайте, но лучше сами, конечно, найдите этот гриб, попытайтесь хотя бы просто выехать за черту города в экологически чистый, хороший район, там походить, побродить по лесу, это уже вы купите себе лишние там несколько месяцев здоровья. Потому очень хорошо, приятно, вот поздней осенью походить по березовому лесу, подышать чистым воздухом. Как это будет? Ну, сейчас посмотрите, я пойду похожу, посмотрю,
найду хороший гриб, срублю его, покажу, что он из себя представляет. А вы просто смотрите, не отключайтесь. А то тут люди смотрят, а звук не включают. Ладно, пошел я поброжу по краю леса и вам что интересное покажу. Вот сейчас хорошо, а листьев нет, листья опали, морозов сильных нет. И можно ходить по лесу спокойно, и видно его хорошо. Час, наверное, уже хожу, или больше, ходил. Лес вроде хороший, все. По идее, тут есть и низинка, и осина, а по краю береза. Тяга должна быть. Но вот одну нашел. Но ее не взять. Ну, никак не взять. Сейчас мы посмотрим ее. Хоть как она выглядит, покажу. Вот она выглядит вот так. Тяга должна быть. Ну, в основном растет на березе. На березах. Ну, бывает и на осине, и на других деревьях. Но у нас в Западной Сибири на березе. Она выглядит в виде нароста. Если ее взять, подковырнуть, ну, лучше ее всего, конечно, рубить, вы увидите там коричневую сердцевину, а край черный. И вот ценится именно вот этот черный край. Ну, в дело идет все. Ну, не взять, ну, 10 метров высота. Вот елки-палки, еще пойти походить. Попробую еще походить. Дело в том, что тягу, которая расположена близко к земле, на уровне метра и ниже брать нельзя. И должно быть обязательно живое дерево, чтобы тяга была свежая. Вот, блин, завалы страшенные. Кажется, вот-вот пошел, пройду. А нет, когда начинаешь идти, ничего тут не пройдешь. По прямой никак не пройдешь. Завалы, навалено леса. Блин. Ходил, 2 с лишним часа. Но вот один был вариант, и то не достать. Ну, в общем, видели, поняли, как зарабатывают на дикоросах. Дикоросы — это такое дело, что один год он есть, этот дикорос, а другой раз их нет. Тем более, вот эти последние 2-3 года, а особенно вот это лето, была жара сильнейшая. Или лес не тот, гриба не нашел, видать, видел. Может, здесь влажность большая. Ну, короче, нужно ходить и ходить, все это пытаться смотреть. Потому что здесь вот болотинка, по идее, здесь должно быть, но нету. И показать вам нечего. Но зато я не просто так провел время. Я подышал свежим воздухом, посмотрел на природу, красотища, посмотрел следы диких животных. Косули есть, да, ходят. Ну, ни одной лёжки не видел, но следы свежие. День-два здесь ходят. Ходят. Народ, не забываем поставить лайк, это вот так. Не нравлюсь, не тот контент, вам не интересно. Вы зарабатываете деньги по-другому, а я вот так вот. Отпишитесь, поставьте дизлайк, я не огорчусь. Тот, кто смотрит меня постоянно, им спасибо большое. Так, ну что? Пойду искать в другом лесу. Но все равно же просто так-то я не поехал. Время-то есть, солнце еще стоит. Значит, еще можно походить. Поснимал там еще по дороге коней. Ну, это в другом ролике, в этом я не буду. Ну, все, пока. Найду, если гриб или что интересное, вам покажу обязательно. Все, до скорой встречи.